На выставке «Святые войны русской земли» представлены картины 23 художников из России и дальнего зарубежья. В работах авторы использовали различные стили, жанры и техники, но всех их объединяет одно. Живописцы обратились к ликам святых воинов и князей православной Руси, стремясь через них показать традиции национальной культуры. За основу картин была взята иконописная прорезь, исполненный на бумаге контурный рисунок образов князя Александра Невского, Георгия Победоносца, а также равноапостольных киевских князей Ольги и Владимира. Лики святых художники соединили с элементами современного экспериментального искусства. Изучая древнерусскую иконопись, надо очень четко понимать то, что икон в переводе с греческого – это лик. И лик обязательно должен быть прописан. Лик святого не должен изменяться во времени. Он должен быть той консолидирующей основой, которая формирует творчество художника в конкретном произведении. Я считаю, что вот эти работы возможно назвать иконные картины. Тут соединение иконописной прореси и живописи светских художников. Как отмечает Наталья Регинская, организатор проекта «Героические лики Святой Руси», большинство художников написали иконные картины по прорезям чуда святого Георгия Азмии. Только трактовка у каждого живописца получилась своя. Петербургский художник Александр Визиряко выполнил работу в плоскостном стиле, в традициях Древней Руси. Тон произведению задает развивающийся красный плащ. Благодаря яркой краске картина оживает, появляется динамика. В то же время в нижней части работы изображена белая лошадь, которая уравновешивает агрессивный красный цвет. По мнению автора, образ коня – это особый символ, с помощью которого греческо-византийская история получает славянский окрас. Лошадка статично стоит, она так твердо, крепко, условно сделана. Не делаю ни анатомию здесь, не рисую. И все условно здесь, все условно. И белый фон обязательно. Белая лошадка, Белая Русь и Святая Русь. Вот что-то такое, вот как уже миф древний. Здесь хотелось бы об этом тоже еще сказать. Еще одна заинтересовавшая посетителей картина – жизнеописание Ольги в исполнении Сергея Киселева, художника из Санкт-Петербурга. По легенде, князь Владимир был убит местными жителями. Тогда его жена, княгиня Ольга, захватила град и долго стояла в осаде. Ольга пошла на обман. Она предложила в качестве выкупа с каждого двора передать ей в качестве выкупа несколько птиц, голубей и воробьев. Естественно, понятно, что голуби, городские птицы всегда возвращаются домой. В основном как бы голуби. Горожане, будучи обманутыми, выполнили требования. Ольга же, в свою очередь, привязала каждой птице уголек и отпустила их на волю. Птицы вернулись в город, город сгорел полностью. Жизнеописание Ольги выполнено на основе смол и масляной краски, поэтому цветовая палитра картины ограничена. Особо стоит отметить, что для создания эффекта муара автор использовал сложную технику нанесения глянцевого и матового лака. После осмотра экспозиции гости были приглашены на первый этаж выставочного центра. Главный хранитель Зоя Федосеева отметила, что выставка «Героические лики Святой Руси» имеет особую ценность для жителей нашего города. Но нам очень хочется и хотелось дать дополнительную краску нашим посетителям, дать возможность познакомиться с чем-то для нас новым, с чем-то не бывшим еще в этих стенах, и дать возможность перспективы, может быть, представить в наших стенах и что-то маленькое, камерное, и такое же восхитительное, как и наш центр. Петербургские художники преподнесли подарки выставочному центру «Эрмитаж Выборг» – картину с видом часовой башни и работу под названием «Александр Невский». В завершении мероприятия приглашенные гости смогли насладиться выступлением камерного инструментального ансамбля Выборгской детской музыкальной школы. Анна Панфилова, Валерий Присяжнюк, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город».